Всем привет, друзья, любители тихой охоты. Грибные войска на связи. Заходим в грибной лес опять. Сегодня 24 сентября 2023 года. Находимся недалеко под Минском. И вот наши опятки уже начинают нас радовать. Это так, мелочь. Так, вот рядом пенечек. Пенечек, как видим. Опятки. Здесь можно порезать беленькие, светленькие. Само то, как мы любим. И рядышком такой же пенечек. Ну, вот он. Сам размер. Шляпки не раскрыты еще. Полножки можно срезать. Она тоже здесь, как говорится, не тонкая, не жесткая, очень мягкая, хорошая. Продолжаем идти. На каждом пне. Вас не видите, а я вижу. Ну, маленькие по земле я вообще не показываю, чтобы ваше внимание не заострять. Ну, чтобы время не тратить. Ну, красивый вариант, да? Вот эти вот желтенькими шляпками такими. Вообще очень-очень завораживает. Особенно, когда в камере так особо не увидишь. Вот, смотрите, вон, там еще по корням в камере особо не увидишь. Так, с того пня мы пришли. А, нет, вот, да, рядом тоже еще пенечек. Вот в камере много не увидишь, а боковым зрением тут вокруг все видно. Замечательно видно все вокруг. Вон там еще за ним. Ну и здесь малинники. Малинники вообще, ну, малинники обычно будут переростки. Потому что там как бы влаги больше было. Они раньше пошли. Вот. Ну, начинаем, короче, охотиться. Подписывайтесь, ставьте лайк. Грибные войска Беларуси. Как обычно в лесу. Опята, ребята. Так вот этот пенек уже обобрал так нормально так. Да. Это вот с корзины получается. А, ну вы только шляпки, да, срезаете? Да, только шляпки. А ножки же тоже свежие? Вкусные. Здесь, да, эти ж молодые, а здесь, не да. Это, не жесткие? Нет, нет, правда? Жесткие только будут в этих самых. У старых? Да, у старых только жесткие будут. А здесь можно и с ножками. Мы просто уже, понимаете, от зажрались. Да. Мы, а вы живете местные, закатываем. Да? Мы с Минска. А, с Минска? Так вы с Минска прямо сюда специально ездите, да? Конечно. Да. А вот мы, вы знаете, отсюда и не в курсе. Нет, так у нас, понимаете, положение обязывает. Мы, грибники, знаем, где что находится. Вот, ну да, одни шляпки. Мариновать вообще прекрасные баночки получится. Держите, спасибо. Не за что. Пошли, Бэря. Все, мы свое на сегодня выполнили. Ну, приятного аппетита. Спасибо, и вам тоже. Вот, наши опята именно маленькие. Именно маленький размер. Вот они. Ну, видно. Я думаю, вполне видно, что это отборные такие опятушки. Просто отборные. Ну, собираем дальше. Итак, вот того, что у нас получилось, уважаемые грибники. Молодежь, одна молодежь сплошная. Чисто молодые опятушки. Все, в лесу опять хватает, ребята. Идите в лес. Пока не переросло. Грибные войска Беларуси. Подписывайтесь на нас, ставьте лайк. До свидания.